Привет, друзья, подписчики и зрители канала. Меня зовут Висконти, мы снова играем в Scrap Mechanic. И сегодня мы смотрим на еще одну замечательную постройку от автора Нормана Джен. К сожалению, автор не разместил ее в нашей группе, и поэтому мне пришлось ее поискать в сторонних группах. Итак, что же это за постройка? Это у нас, ребята, кран. Сегодня мы выполним небольшую работу, научимся работать на кране. Нам нужно погрузить вот эти вот бетонные блоки на вот этот вот поддончик, чтобы потом его забрали грузовые автомобили. Так, давайте, наверное, начнем. Посмотрим его снаружи. Ну, кран выглядит достаточно прикольно. По размеру он тоже как раз-таки подходит под мой размер. Под размер моего персонажа, да? Есть сиденье необычное, да? Давайте садимся. И у нас с вами очень много кнопок, поэтому управление достаточно сложное. Так, какие тут кнопочки есть? Давайте посмотрим. Первая кнопка поднимает стрелу, вторая кнопка опускает стрелу, третья кнопка поворачивает влево, четвертая вправо, пятая выдвигает стрелу. Вот так вот это работает. И шестая у нас, наоборот, задвигает стрелу. Прикольно сделан механизм. Седьмая кнопка поворачивает крюк. Восьмая кнопка захватывает груз. Девятая кнопка выдвигает опоры. Опоры необходимы, чтобы нас ничто не могло сдвинуть. То есть у нас более широкая площадь получается, и перевернуть кран будет сложнее. Так, ну что же, давайте начнем работу. Нам нужно повернуть стрелу, и это у нас кнопочка 3. Так, давайте возьмем самый дальний отбойник. Так, нам нужно выдвинуть. Нет, не 7, не 8, 5. Давайте выдвигаем. Так, выдвинули, по-моему, нормально. 7, поворачиваем крюк. Кнопочка 2 опускает. И кнопочка 8 захватывает. Все, мы можем попробовать поднять этот груз. Давайте, кнопочка 2, вернее, кнопочка 1, поднимаем. Поднимаем и, ребята, начинаем ее поворачивать. Груз я сделал из легких блоков, чтобы наш кран, ну, легко поднимал. Вот, давайте мы его поставим. Он чуть ли не срывается. Так, ладно, что нам нужно сделать, ребята? Нам нужно немножко задвинуть стрелу. Кнопочка 6. Задвигаем. И опускаем. Кнопочка 2. К сожалению, невозможно отодвинуть дальше кран. Так. Что нам нужно еще сделать? Нам нужно повернуть. Ох! Ну, в принципе, достаточно нормально, но мы можем немножко поправить. Давайте опустим. Кнопочка 8 захватываем. Кнопочка 7 поворачиваем. Все, 8 отпускаем и поднимаем стрелу. Первый груз у нас с вами положен. Сейчас мы будем ложить второй груз. Ну что же, можно сказать, что уже Норману огромный респект. Уже от меня он получает точно 10 баллов. Ребята, не забудьте тоже оценить постройку. Я думаю, что она просто великолепна. На этой базе можно сделать еще и грузовой автомобиль. Допустим, КамАЗ или какой-нибудь МАЗ. Так, давайте. Поворачиваем стрелу, кнопочка 3, и идем за следующим грузом. Он у нас стоит немножко по-другому, поэтому нам нужно будет поворачивать крюк. Так, кнопка 4. Опускаем стрелу, давайте опускаем. Так, опустили, немножко нам нужно выдвинуть. Так, выдвинуть, поднимаем. Что-то ты слишком низко опустил. Так, видать, стрела все равно тяжелая. Так, кнопочка 6 задвигает, кнопочка 5 выдвигает. Кнопочка 6 задвигает. Кнопочка 8 захватывает, не, да, 8 захватывает, 7 поворачивает крюки. Так, опускаем.
и 8 захватываем. Груз взят, мы можем его поднимать. Кнопочка 1. Подняли. Поворачиваем стрелу. Наверное, скорость поворота нужно немножко уменьшить. Так, кнопочка 7 поворачивает груз. Еще чуть-чуть. В обратную сторону. Так. Давайте еще повернем. Вот так вот. Кнопочка 3 поворачиваем. И, в принципе, можно опускать. К сожалению, в обратную сторону мы повернуть не можем. То есть, крюк поворачивается только в одну сторону. Давайте мы снова поднимем. Что-то мне не нравится. Лучше в этот случай перестраховаться. Так, давайте поворачиваем. Так, и можем, в принципе, опускать. Кнопочка 2, опускаем. Все, груз у нас на поддоне. И разжимаем крюки, поднимаем стрелу, поднимай стрелу. Эх, он у нас упал, ребята. Что же делать? Как же быть? Так, сможем ли мы его поднять? Кнопочка 7. Поворачивает, кнопочка 5. Давайте выдвигаем. 4. Попробуем захватить в таком положении. Это очень, я думаю, сложно. Так. 5. Выдвигаем. Это, знаете, есть такой автомат, в котором можно поймать игрушку такими щупальцами. То есть опускаешь монетку и ловишь игрушку. Тут, в принципе, то же самое. Очень сложно зацепиться. Кнопочка 2 опускает. Так, опустили. Еще максимально опускаем. 8. Захватываем. Захватили, ребята. Смотрите, кран у нас падает. Давайте пробуем поднять. Поднимаем. У нас получилось, ребята. Ставим лайк, кому нравится. Так, поворачиваем. И немножко нужно задвинуть стрелу. Так. Я так стану профессионалом и буду крановщиком. Так, еще задвигаем. Не в ту сторону. Так, кнопочка 3. И опускаем на 2. Так, разжимаем щупальца. Все, мы поставили 2 груза на поддон. Ребята, ну сейчас нам что нужно сделать? Нам нужно свернуть кран в обратное положение, убрать опоры и готовиться к отъезду. Так, давайте все это сделаем. Что нам нужно делать? Поднять стрелу. Задвинуть ее. Повернуть. Так, опустить. И убрать опоры. Кнопочка 9 убирает опоры. Все, в принципе, мы уже в нерабочем состоянии и можем отправляться на другой объект. Давайте отъезжаем. Что ж, ребята, это была построечка от Нормана Джен. Она заслуживает огромного лайка. Ну и, конечно же, хорошие оценки от вас. Пишите в комментариях, какую оценку вы ей ставите. Минимум 1, максимум 10. 10 это хорошо, 1 это плохо. Ну а с вами был Висконти. Всем пока!